Всем привет, гости и зрители моего канала. В предыдущей части я снимал видео, как я варил ворота. Вот, значит, в этом видео я уже покрасил ворота серый цвет, нарезал листы в размер профиль. Так вот он встает. Вот также эту сторону воротницу зашил. Вот как говорил, на камеру не рисую. Вот она окантовка. Весь лист как раз стоит. В прошлом видео я говорил, что буду зашивать USB. Но передумал я USB зашивать. Более много отходов получается. Надо было еще наваривать по перечине. Ну, я посчитал. Не цель. Важно, я думаю. Вот, потому что нужно устанавливать ворота, уже и зима началась, и без ворот. То есть вот, в этом видео будет покраска, обшиваем листы, установка ворот, как я буду устанавливать запоры еще, купила запоры тоже, дома лежат. Вот, ну что, приступим к кручивать. Скручивать буду на кровельный саморез и смелку в профиль. Ну что, приступим. Сейчас один лист прокручу, включусь. Прикрутил я, в общем, листы на саморезы. Вот. То есть здесь. Здесь. И, в принципе, здесь. Тут также. То есть по центру листы прикрутил. Да не саморезы. И тут. Сейчас вырезаем, значит, сюда часть. И сюда. До того куска. Ну что, приступаем к вырезке. Погода у нас, конечно, сегодня не ахти. Не видно. О, снег какой идет. Ну что, вырезаем. Вырежу, включусь. Ну вот, вырезал я этот кусок сюда. То есть одну воротницу я доделал. Вот. То есть осталось сейчас вот сюда вот сделать еще. Ну, в принципе, все. И следующим делом устанавливаем. Снимаем воротницы. Сначала буду снимать воротницы. Затем будем устанавливать рамку. А когда уже рамку по уровню все выставим, наденем воротницы на петли, и все, в принципе, цвет немного отличается. Ну да ладно, может, найду потом краску. Краску не нашел, нашел только такого цвета, знаю. Напишите в комментариях, как. Вот, то есть цвет ворот графитовый, а это серый, просто серый. Я потом еще днем сниму, когда установим все. То есть сниму их ворота. Как я говорил в этом видео, покраска. Потому что как покрасил я ворота каким цветом. Вот. Ну, обшивка и, соответственно, установку. Устанавливать бом. Сниму видео. Хочу я устанавливать. Таким образом. То есть здесь вот будет заходить вот так вот где-то уголок. Здесь я хочу просверлить отверстие и на глухарь получается. Наверное, скорее всего. Может быть, куплю какой-то саморез, надо будет шляпку утопить, потому что она оборотница мешать будет. И, соответственно, надо будет утапливать шляпку.
Вот. Не знаю. Будем думать еще, как установить их. Вот. Ну ладно. Давайте приступим тогда к этой части. Сделаем эту часть и, соответственно, все. Работа тут. Пару дней подождем. Там человек освободится. Он два через два работает. Сегодня отдыхает. Завтра, послезавтра работает. Вот, освободится. И мы с ним вдвоем установим эти ворота. Ну, давайте приступим к обшивке. Ну, вот я обшил я последнюю часть. Зашил ее. Вот. То есть, все это обшито. На камеру, конечно, не так передается все это дело. Но... Так, кстати, даже интересней. Сама рамка. Сера. Да. Здесь, в принципе, вот эта правая воротница, она открывается первая. Это после нее. Вот. Вот в планах не сейчас, может, попозже, как посвободнее будет. Сделаю, наверное, вот в той части замок вставлю, чтобы когда уж на машине подъезжаешь, не обходить гараж. А подъехал, открыл ключом. Одну воротницу открыл. Второй открыл. Заехал, закрыл, пошел домой. То есть как бы в планах вот. Ну, ворота, грубости говоря, получается 3 на 3. И 3 на 3, 2,90 на 2,80. По-моему, так. Сколько помню. В чистоте. Вот. Что? Дня через два. Приступим к установке ворот. Установке запоров ворот. Да, профиль 20 на 20 я еще не приваривал пока. Как говорилось, с той стороны приваривать хотел профиль 20 на 20. Профиль 20 на 20 я, наверное, приварю позже уже, после того, как... Пошью, наверное, со внутренней части. И тогда, наверное, сделаю. Вот. Ну, ждите. Ну вот, установил я ворота. Времени на съемку не было. Как устанавливали все. У нас погода сегодня была не особо хорошая. Ветер, снег. Она и сейчас такая, в принципе. Но с утра посильнее была. Ну, установил я, в общем, вот они, ребят, ворота. Устанавливали мы их вдвоем. То есть, в общем, вот запоры, как я говорил, верхний. Верхний, конечно, немножко потом переделывать буду, потому что до него дотягиваться очень высоко. Ну, вот. Здесь я пока установил временно. Здесь кусок профиля приварил. Вот. В принципе. Сейчас я здесь второй фонарь включу. В принципе. Теперь эта воротница открывается. Вот. Она открывается. Я еще днем сниму. Сейчас темно. Не видно. Как я говорил, вот на саморезы я крепил. Их, чтобы воротницы закрывались. Купила саморез шестерка желтого цвета. Шляпка утоплена, то есть. Вот. Не знаю, получится. В общем,
планом снять не получится. Темно, поебот. Да, в принципе, не видно. Ну, завтра с утра я сниму. Видно будет. Так, в принципе, ворота открываются легко. Никакого напруга. Уже вторая тоже воротница открывается. То есть, так, что-то не фокусируется. Ну, в принципе, запор с пружиной идет. То есть, оттягивается, с фиксатора снимается, и все. То есть, она закрылась. Не болтается, ничего, все нормально. Также, в принципе, и нижние они тоже на этих, на запорах. У нас все. Ну вот, с верхним надо будет что-то придумать. Наверное, буду переделывать как-то немножко по-другому. Вот. Здесь как-то так. Ну вот, в принципе, ворота. Ну вот, теперь займемся утеплением гаража. Вот так вот ворота выглядят снаружи. Вот эта окантовочка. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо.